Всем привет, с вами Зяблик, и сегодня мы будем играть в Survivor Swing. Да, и откроем свой заводик кирпичей небольшой. Так, вы тогда законнектитесь. Мы тут немножечко уже поиграли. Немножечко отложили. Боже. Ладно, что-то я и не могу. У меня плеер 0 из 4. У меня плеер 2 из 4. Может, IP неправильно набрал? Проверь по хамаче. Так я же копировал, говорю. Не знаю. А вот, а нет, это старт сиквен. Старт, клиент, Ctrl V, connect. Все? Ух, да. Так, ну это... Давайте полную грудь вздохнем и начинаем. А в тут Survivors мы даже без света играли. А тут... Я боюсь. Дайте... Плюс мы играем вечером сейчас. Ой, погодьте, блин, я управление... Ой, не управление, а... Ой, блин, я... Можно мне радио, взял. Можно мне радио, пожалуйста. Да. Ладно. Я беру компас. Взял. А кто компас взял? Я взял компас. Блин, подождите, я звуки поменьше сделаю. А как тут настройки? Никак. Берёшь... Терпи, друг. И потише. Терпи, друг. Так, погодите, дайте я сделаю потише, потому что... Так, я теперь Крис у меня дед, да, или кто? Сейчас. А, ну, наверное, я дед, потому что кто-то в синей рубашке, вот он стоит прямо перед значит, мной. Значит, я в синей рубашке, значит, док в красной рубашке. Ну, блин, почему я в красной одежде хочу быть? Ладно, я такой... Вот ты народ. Вот посмотри, чего у тебя из плеча торчит? Не знаю. Посмотри, из у меня... плеча у всех торчит фонарик. Ну, у него такой синий фонарик под цвет рубашки. Давайте без фонариков, а? Нет, ты чего? Вы слышали это? Пошлите. Да ладно, пока мы не подберем записку, будет все нормально. Да? Пошлите тогда туда. Короче, сейчас... как я понял, нужно собрать какие-то нож, кровь, ведьмы. Ну, короче, всякую фигню собрать. 7 штук надо собрать. А можно я вперед не пойду? Спасибо. Что-то впереди, мне кажется. А можно я вот так пойду? Иди. Я сейчас скажу, если будет это. Стоп, а если я ведьму увижу. Она же все равно меня повернет, да? Да, она тебя повернет. Утешили. Ладно, я первый. Давай. А помнишь, Крис в прошлый раз первый пошел, его ведьма не застанила. Ага. Тогда и. Нет, я буду посередине. Ой, блин. Ты что, подлетел? Вот, почаще смотри на эту, потому что мне страшно. Куда? А. Да не, пока что еще не сильно вибрирует. Вообще, чтобы почти не вибрировало. Но она вибрирует. Так, кстати, ну, еле-еле должно вибрировать. Компас указывает немного, нам сейчас надо вправо туда вот эти компас. А делать. Ты уверен, что это не компас? Дом по дороге. Ну, красный или синий. Оба. Да. Развилка. Давайте. Говорю, она указывает, он туда компас. А, записка, как думаете? Берем, идем направо. Давай. Выключаем фонарик. Бери. Я взял, побежал. Валим. Сюда. Да куда вы бежите? Вот сюда. Вот сюда идем. Да идем пешком. Да куда вы бежите-то? Дайте вот так вместе идти с тобой. Давайте реально прям ровно идти. Давайте вы меня... Ой, я забрался на Криса. Все, зашибись, я прям наверху. Вот, давайте так идти. Не смотри на радио. Ну пока... Там кто-то есть, бежите. Там кого? Ты что слышишь-то? Там куст. Пацаны, я наверх запрыгиваю, я ничего не вижу. Ты не наверху пока. Тихо. Боже мой. Не надо меня пугать, не надо меня пугать. Какая-нибудь дрянь. Кто-то пробежал, я это точно увидел. Если выпрыгнет какая-нибудь дрянь, я буду материться и визжать. Я прямо... Крис, боже! Крис! Прошел мимо нее. Нет, ты... Крис, ты такой везучий. Давайте за доком все. А, это Крис. Стоп. Я вас спутал. Стойте, тихо. У кого компас? Веди. У меня компас. Тихо. Не, ну вы бы видели. Иду я за спиной Криса и прямо за спиной Криса. Да. Она прям на меня, я на нее смотрел. Я первый, сюда. В ту направление идем?
Куда? Ладно. Почему я первый сразу? А может наоборот компас показывает нам монстра? Все, это Лотос, твоя очередь идти первым. Криса? Сейчас. Что? Ваша очередь идти первым. Тихо, слышите музыку? Бежим к свету. А. Окей. Все идем. Пока что только идем к свету. Надо идти к свету. Свет — это безопасность. Блин, тихо, прислушайтесь к музыке. Ой, подождите, у меня телефон звонит. Прикрываем его. Я думал, что это было, это телефон. Я уже опять чуть не наложил. Давайте присмотримся, куда идти. Если что, у меня есть фаеры. И когда я кого-нибудь увижу, я сразу буду кидать фаеры. Записка? Прям что-то пролетело. Забей, если она летает. Ты смотри, главное, на радио. Круг. Пока что оно не сильно вибрирует. Ну это нормально, как я понял. Вы слышали? Что это? Я больше не буду ходить за спиной Криса. Я тоже. Я боюсь Криса. Перед ним ходить не буду. Мне кажется, наоборот, возле вот этих вот кругов лучше не быть. О, постройки. Оба. Кажется, круг он либо защищает, либо еще что-нибудь. Либо наоборот. Ой, давайте покатаем. Давай. Покатаемся, ты издеваешься. Что там было? Там этот пробежал. С красными глазами я его видел прям. Куда идем? Чем мы топчемся? Пошлите вон туда тогда. Пошлите сюда, к свету. К свете. Дайте к машине. Где машина? Иди к свету. Пойдемте к свету. Мы потеряли все, мы туда уже не вернемся. Ты уверен? Может, свет это Лотос, следи за этим. Но он не сильно вибрирует. Вот сейчас часто музыка вибрирует. Музыка прекратилась. Сейчас часто вибрирует. Я вижу, как текстурки из креса прям так и валят. А ведьма же еще раз появится, да? Да, хоть как. Не, ну она не убивает, да? Блин. Да. Она просто появляется как... Я хочу выбраться отсюда. Пусть это все кончится. Нам нужно найти дисли, но... Кидай! Бежали за Крисом! Кидай! Пацаны, мы в бок убежали. Ведьма? Это не ведьма. Пацаны! Бег в другую сторону! Оно мигает! Оно шевелится! Бежим в круг! Оно бежит за мной! Крис, оно бежит за мной! Я готов. Боже, что мне делать, Крис? Оно за мной бежит! Прекратила! Нет, поворачивает! Оно успокоилось. Я умер. Денис бежит. Готов. А ты где, Крис? Я тоже. Я первый умер. Бежит, и он прям далеко прекратилось все, и как я начал не поворачивать. Самый главный прикол то, что ведьма в этот момент появилась. Я как поворачиваю. Ведьма появилась и из-за этого. Да. Не знаю, я как-то отбежал, меня просто крутил и куда-то в другое место попнуло. Лотос, а ты живой? Да. Да. Видишь, мать его, камера играет. Нет, я не могу на его камеру переключиться. Я сейчас жить на своем трупе. Я в кустах вообще. Спейсбар. Ты слышал это? Ты через пути прошел. У тебя же есть радио, смотри на него, если что, то беги. Да я знаю, я не могу бежать! Сильно быстро не иди, пусть он отдохнет. И не крутись так страшнее. Ты по кустам ходишь, не бойся, это ты. Оно так вибрирует, радио так вибрирует. В смысле, оно прям до самого края доходит? Ну да. Тогда вали. Ну как? Да, вот сейчас до самого края было. Вали. Если оно до самого края, значит это... Почему я стал? Я сброшусь. Что это за фигня? Да, Лотос, спасайся. Это единственный путь. Я закрою. Он вылетает! Боже мой! Мне даже умереть не дают. А чё, реально? Лотос, оно где-то рядом приземлилось, так что... Я бы с этого тебя закрыл глаза и прыгнет. Стоп. Ты идешь по воздуху, Аня. Он прыгнул. Все. Ты умер? Да.
Так давайте. Давайте заново читать то, что нам нужно найти. Где? Ой, нам нужно. А где это было?